Здравствуйте! Нередко на губах у детей, да и у взрослых, появляются трещины. Трещины на губах, как правило, являются причиной обезвоживания. Многие стараются губы облизать с целью их увлажнить, но от этого трещины появляются еще больше, ведь при испарении слюны губы начинают пересыхать еще сильнее. Кожа губ очень легко может повредиться или обветриться. На губах также отсутствует пигмент меланин, защищающий от воздействия солнечных лучей. Чтобы сохранить губы здоровыми, необходимо щедрое их увлажнение, потому что они могут покраснеть или высохнуть от трещин, причиняющих боль и вызывающих раздражение. В любом возрасте губы могут легко потрескаться от жаркого солнца, пронизывающего ветра, кондиционированного воздуха и в местах, где жарко или сухо. Причина может быть и в том, что организму просто не хватает воды и что ему необходимы жирные кислоты. Чтобы губы не трескались, летом необходимо пить как можно больше воды, а губы можно смазывать гигиенической помадой или использовать различные масла, растительные, облепиховые. Для таких целей они являются очень эффективным решением.